ближайшей битве. Это позор! Поднимите меня! На канале Анютка Малютка. Сегодня у нас челлендж. Третья часть челлендж. Попробуй повторить за нашими девочками. Да, родители против детей. Мы уже снимали две таких части. И в последней части давайте подведем для начала итоги. Да что тут подводить? Понятное дело, что мы выиграли. Нет, смотри. А, нет? Да. Видео, где мы в машине, пранк, значит, с пакетами, да. Девочки набрали 602 тысячи лайков. Ничего себе. А мы с тобой 292 тысячи. Раза меньше. 400. Видео, где надо идти вот так вот прям падать, как будто на каблуках, девочки набрали 367 тысяч лайков. А мы с тобой всего лишь 169. Это опять 2-0. Почему вы не лайкали наши видео? Мне кажется, многие уже поняли, что если они будут нас лайкать, то мы выиграем. Так, третье видео, где мы переодевались возле зеркала. Девочки набрали 171 тысячу лайков, а мы с тобой 260 выиграли. Все-таки мне надо почаще надевать юбку. Нет, не надо, папа. Конечно, в юбке. Мне нужно чаще надевать юбку. Ну, не надо. 2-1, да, короче, ребят. Кое-какие видео Маша постеснялась, не стала выкладывать. Там, где мы ползли по ковру, и там, где мы что-то еще мы там делали. Почему ты не выложила? Это позор. Но сегодня мы подготовили еще несколько видео, которые мы будем за девочками повторять. В первой части, которую мы сняли на YouTube, выиграли мы с папой. Во второй части, получается, мы проиграли. И сейчас у нас решающая битва. Пожалуйста, отлайкайте нас по полной. Нет, пожалуйста. Ну хорошо, если не эти видео, то хотя бы вот видео на YouTube поставьте лайк. Да, и подпишитесь. Нас уже больше 2 миллионов. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы знать первым, что у нас вышло новое видео. Сейчас у нас решающая битва. И первый ролик, который мы попытаемся повторить. Посмотрите его, пожалуйста. Что-то он мне уже не нравится. Прическа какая-то уродская. И кофта дебильная, колхозная. Ну что ж, первый ролик, он будет уничижительным для меня, естественно. Да, очень смешной. Маша выложила это смешной видео, и вы его сейчас, да, посмотрели. Она как бы пошутила, так скажем, мягко над Оскаром. Многие, конечно, этих шуток не поняли, но самое главное для нас, чтобы Оскар понял, что это шутка, и он не обиделся. Ты что, обиделся? Зря. Ну что, поехали. Так, давайте. 5, 2, 4, 3... 2, 1. Что-то мне уже не нравится. Прическа какая-то уродская. И кофта дебильная, колхозная. А, колхозная надо, да, было сказать. Блин, ну-ка давай еще раз. Что-то мне уже не нравится. Прическа какая-то уродская. И кофта дебильная, колхозная. Все, сняли. Сняли, сейчас, да, будем выкладывать. Что-то мне уже не нравится. Прическа какая-то уродская. И кофта дебильная, колхозная. Одно мы в следующих видео мы подведем итоги. Четвертую часть, нам нужно подвести, да, итоги. Сейчас голосуйте! Голосуйте, действительно, активно голосуйте. За девочек или за нас, да? За девочек! А у девочек это видео, кстати, я вам сейчас скажу, сколько оно уже набрало. 143 тысячи. Угу. Голосуйте за девочек. Девочки, кстати, набрали 144 тысячи лайков, либо за нас. Теперь, ребята, мы с папой сейчас будем исполнять тренд музыкально-танцевальный. О, это я очень люблю. Да. Правда, не попадаю. Классный тренд, это такой микс звуков. Мы должны надеть с собой очки, вот так вот надеть и станцевать. Девчонки набрали 246 тысяч лайков. Правда, мы, конечно же, заменим музыку, потому что, ну, сами понимаете, YouTube мне все забанит. Микс, его, в принципе, могут не забанить. Ну ладно, давайте тогда мы немножко изменим музыку, либо ее перевернем. Но по нашим движениям вы, конечно, поймете, что это за тренд. Да, все, готов. Я несу очки. Поехали.
Мы готовы. Мы сначала очки надеваем вот так на подбородок. На подбородок? Да. Они вот так вот висят. Смотрите. Сы. Ты. Одеваешь очки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, еще раз. Ту-ту-ту-ту-ту. Там так. Сы. Вот так. Да, по очереди. Сначала одну, тут-туду-туду. Это убираешь тут-туду-туду. Потом раз, два, и обе тут-туду-туду. Хорошо, это очень легкий тренд. Так, не знаю. Так, на подбородок, да? Давайте начинаем. Три, два, один. Извините. Три, два, один. Одеть на уа, надо одеть. Может быть, как-нибудь, Аня, ты будешь показывать, потому что не забываю. Да, давай, показывай Аня нам. Итак, Аня нам демонстрирует, вы ее, может быть, и не видите, да, сейчас? Она вот там вот стоит, вот в камере. Хвостик ее видит. Хвостик прекрасно. Ну, давай. Так, давайте, три, два, один. По-моему, это какая-то фигня. Да. Посмотрите, ребят, что получилось. Не очень получилось, поэтому вы нас должны поддержать лайками. Ребят, следующее видео у нас с лесенкой. Это такой тренд, который бассейн Дори. Я вообще боюсь запутаться. Да, девочки набрали аж 300 тысяч лайков. Это полный капец. А мне с этой руки? Мне кажется, нет. Нет, ты стой, да, вот так. Да, бассейн, так. Да. Так. Раз, потом вниз. Вниз. Я вот так, и вниз. Потом обратно. Сустав болит. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Легко, молодцы. Очень легко. Так, давайте. Начинаем. Три, два, один. Ты как роботы, я не успела, да. Ну что, давайте посмотрим, что там получилось. Ребята, мы, короче говоря, отсняли уже 4 видео, правильно, да? 4? Или сколько мы отсняли? Кажется, 3 мы отсняли. Да, и сейчас мы идем на улицу, потому что остальные... У нас, да, 2 видео должны быть на улице. Ребята, вы посмотрите, что там творится на улице, я вообще не знаю, как мы будем снимать. Идет дождь. Летний дождь начался сегодня рано. В этом видео Маша с подружкой ложится прямо на асфальт, подставляет свое лицо под дождь. Мы сейчас с папой наденем куртки, и как раз идет дождь. Вообще, Лиза, если ты смотришь это видео, привет! Да, подругу зовут Лиза, ну а нас зовут Света и Леша. Да, я сейчас вам скажу. На улицу. Фу, но мне кажется, мы должны сначала посмотреть этот ролик. Да. Не в меня стреляй, а как-нибудь передо мной. Три, два, один. Все. Смотрите, что получилось. Я рада. Дождик. Так, сейчас нам еще предстоит, ребят, один ролик, мы уже вообще промокли. Короче, мы сейчас будем ложиться на асфальт. Это вообще полный капец. Ой, да. Не на асфальт, а на траву. На траву, на грязную траву. Я бы вообще хотел по-хорошему переодеться, потому что я весь в чистом, а сейчас буду весь в грязном. Маша под этим видео написала, что это одно из самых лучших ощущений. Лечь так под дождь. Ну, в общем, мы начинаем готовиться, а вы пока смотрите оригинальный ролик. Побежали. Ну, кстати, как будто закончилось. Ой, нет. А что дождя
Чата нету практически. Да? Ты заметил? Ужасно! Это позор! Поднимите меня! Посмотрите, что получилось. Очень забавно мы выглядим в куртках, одетые такие все, и дети, которые уже замерзли. Но тем не менее, сейчас начинается самое интересное. Начинается голосование. Да, и мы надеемся с Саней, что мы все-таки выиграем. И не надейтесь, мы надеемся, что мы все-таки переплюнем вас, потому что... Поэтому по ссылочке в описании приходите и лайкайте ролик, который вам больше понравился. Я знаю, что вам понравились больше наши Сани ролики, поэтому лайкайте наши. Ну а если вам нас хоть чуть-чуточку жалко, то, пожалуйста, зайдите и лайкните и нас тоже. Спасибо всем за то, что посмотрели это видео до конца. Мы вас любим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока. Пока-пока всем.